Рост и развитие предпринимательского сектора в Алматинской области, обеспечение институциональных условий для учета интересов бизнесменов при выработке и реализации государственной политики в сфере предпринимательства, совершенствование механизмов взаимодействия бизнеса и власти, обеспечение и защита прав законных интересов субъектов предпринимательства, широкий охват и вовлеченность регионального бизнеса в процесс формирования консолидированного предпринимательского сообщества. Вот такую сложную задачу перед собой ставит Палата предпринимателей Атамекен Алматинской области. В ее структуру входят филиалы в 16 районах области, а также в городах Талдыкурган, Капшагай и Текели. Я просто, когда вижу очень много благодарственных писем в адрес Национальной палаты предпринимателей за то, что была создана Палата предпринимателей Алматинской области, в наш адрес, в Палату области, когда предприниматели пишут о том, что мы вам благодарны и хотим выразить вот свою благодарность, что нас услышали и нам помогли, в тот момент понимаешь, насколько идея президента нашего была очень важна. Она именно была сформулирована и внесена в жизнь в нужное время. И это тот инструмент, который действительно нужен был бизнесу. Мы, конечно, достаточно многим малому и среднему бизнесу помогали. Основным, то, что я хочу сказать, что у нас максимально сработала, это правовая защита прав предпринимателей, представление в судах, в судебных процессах. Ну, за 2 года практически около 1 миллиард тенге мы помогли нашим предпринимателям избежать этих тех пений и штрафов, которые им вменяли государственные органы, незаконно. Приоритетными направлениями деятельности Палаты предпринимателей Алматинской области являются защита прав предпринимателей, административные барьеры, дуальное образование, сервисные услуги, карта регионального развития. Для рассмотрения основного массива частных жалоб в структуре Палаты предпринимателей действует юридический блок, экспертами которого отрабатываются все обращения без исключения. Ни одна жалоба не остается без ответа или обратной связи. Юристы Палаты осуществляют защиту прав и законных интересов предпринимателей при рассмотрении в судах по гражданским и административным делам. Включены в составы консультативно-совещательных органов и экспертные советы при государственных структурах. При Палате действует Совет по защите прав предпринимателей. Основной задачей Совета является защита прав предпринимателей и свободы предпринимательской деятельности, внесение предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, недопущение фактов необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность со стороны государственных органов. В состав Совета входят депутаты представительных органов, представители государственных органов, ведущие правоведы, представители бизнес-ассоциаций и предприниматели. На ежемесячных заседаниях члены Совета обсуждают пути решения конкретных ситуаций, связанных с ущемлением законных интересов субъектов бизнеса, с участием самих предпринимателей и должностных лиц, уполномоченных госорганов. Представители бизнес-сообщества на этой площадке имеют возможность обратиться к чиновникам напрямую, задать им конкретные вопросы по своей проблеме. Палатой предпринимателей Алматинской области для защиты интересов бизнеса заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве с прокуратурой области, с акиматом Алматинской области, департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции, департаментом государственных доходов. Важно, если мы нужны предпринимателю, мы должны быть рядом. Этот наш девиз нам задал наш председатель президиума Тимур Аскарович Кулебаев. Поэтому он и инициировал, чтобы у нас были обязательно открыты филиалы во всех районных центрах. И Тимур Аскарович сказал, если предприниматель находится даже в самом дальнем ауле, и он относится к категории малого там, микробизнеса, разницы нет. Если он является предпринимателем, официально зарегистрированным, и ему наша нужна поддержка, мы должны оказаться рядом и ему помочь.
Эксперты экономического блока палаты разрабатывают для начинающих и действующих предпринимателей бизнес-планы для получения грантов, субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков, по лизингу сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, начинающим предпринимателям для открытия предпринимательского дела. Значительная работа при содействии палаты проведена и в рамках составления карты регионального развития. Палата предпринимателей реализует нефинансовую сервисную поддержку бизнеса, в рамках которой предпринимателям оказываются услуги по 8 направлениям. Также в каждом городе и районном центре области функционируют центры поддержки предпринимательства. Консультации центров поддержки предпринимательства служат отправной точкой для тех, кто планирует открыть свое дело и расширить имеющийся бизнес. Палата готова поддержать женщин-предпринимателей в их начинающем деле, поскольку увеличение занятости женщин является одним из приоритетов работы Палаты предпринимателей. В связи с этим создан региональный совет деловых женщин. Он призван объединить деловых женщин в целях повышения их активности в деловой среде. Возглавила совет Мамиля Курманжановна Мусабекова. Основным направлением деятельности социального блока Палаты предпринимателей является содействие подготовке и переподготовке и повышению квалификации кадров для бизнеса. На сегодняшний день совместно с Управлением образования области реализуется республиканская дорожная карта внедрения дуального обучения. В рамках этого документа студенты обучаются по востребованным специальностям, заключаются трехсторонние договора с предприятиями региона и открываются отраслевые ресурсные центры. Так, Палатой предпринимателей инициированы открытие на базе колледжа Алматинской области отраслевых ресурсных учебных центров по обучению строительным специальностям, подготовке специалистов по сварочным технологиям и для сферы ресторанного бизнеса и общественного питания. Наряду с этим эксперты Палаты ежегодно проводят системную работу по определению среднесрочной потребности в кадрах предприятиями области. По их данным, потребность в кадрах составила более 1500 специалистов.